два музыкальных руководителя. У нас есть клоун Нафталин. Нафталин. Нафталинчик. И Пьеро Жаган. Да, я ты Пьеро, грустный клоун. А мы же знаем, что вы все пришли самыми наилучшими пожеланиями для Ариши. И мы, конечно, поможем сейчас. Выявим ваши скрытые и даже перекрытые и перерытые таланты. И, во-первых, я, конечно, вам вручу музыкальные инструменты, потому что мои клоуны все имеют музыкальные инструменты, безусловно. Итак, музыкальные инструменты. Для... Повезло. Мне даже страшно. У вас будет барабан. Вы были в племени Тумба-Бумба? Почти. Тумба-Бумба. Вам очень серьезный инструмент. Ты меня обижаешь всегда. Пожалуйста. Итак. Турно. А ему дайте флейт. Все, очень короткий спич, буквально одну секунду спича, не больше. И под аккомпанемент моих замечательных клоунов, вот клоун Нафталин, клоун Витамин, споет, но будьте внимательны, не своим голосом, а детским голосом. Привет, привет. Сыграйте мне от меня бутылки хмурой день теплей. Пожалуйста. От улыбки, да? Давай, концентрируйся. От бутылки хмурый день теплей. От бутылки 3 годика. Она пришла на день рождения Ариши и хочет ее поздравить. Да, Людочка? Давай. Ура, Людочка! Ура, Людочка! Хорошо растешь, Людочка! Это все растишка! Ну, какую песню исполняешь? Спич, сначала спич. А мы слова не знаем. Спич. Короткий спич. Короткий спич. Ариша! Итак, песня «Крокодил агент». Очень красивая. Она нам и стихотворение приготовила.
подготовила. Подготовила. И даже больше нам приготовила. Но сейчас я вот, что она согласится для нас, скажет какую-нибудь речь, поздравление, да? Ой, такая красивая. Таечка у нас ходит в детсадик каждый день, даже в субботу и воскресенье. Молодец, Таечка. От улыбки хмурый день светлей. Крестная. Она готова
сначала беру приз. Держи, это тебе, честно. Елена, ты знаешь, этот тазик я вместе с Денисом искала целый день. Правда, Денис? Да, по-армянски. Не только. Мы были на Петрикаме. Он просил в метр, еще не знаю где, потому что я объясняла, что этот тазик, он непростой. Он должен быть очень стойкий, потому что самая прекрасная женщина встанет на него ножками. Ариша! Мужчина, поддержите ее, она может упасть вместе с тазиком. Растанцуйте ее! Растанцуйте ее! Ой, смотрите, как она танцует! Где деньги? Деньги! Да, с ней была, Елена Сергеевна! Вот, Елова, да, чего? Да, пока вам стакан дверь! Смотри, смотри сюда, вот так! Больше дадут! Вот так, да! Куча, сначала! Она готова рискнуть здоровьем. Ну помогите же ей кто-нибудь, а может есть деточка? Есть! Пусть поддержит, я же не могу взять за него, дорогая. Я на работе, муж! Куда смотрит? Так, так, пока хлю! Муж, поддержи, помоги! Ой, ты снимаешь, вы потом в компанию страховую отдайте, говорите, это все по вине команды было. А где деньги? Давайте, давайте что-нибудь. Давайте хоть кредитные чеки. Вот как она умеет. Муж, ну помоги, она хотела бы больше, но не может. Держи ее вот отсюда. Держи, держи, как это? Нет, ну... Сейчас кто-то у тебя ее украдет. Так, кто денежку ставит? Фонд Ариши, красный. Давай хоть пол-литра. Аплодисменты, Галина. Ну что же. А, вот он. Все умные смотрят в объектив, а красивые одним в объектив, другой на фотографа.